Честно говоря, с сегодняшнего этапа с российского у Юпа Кавагучи и Александра Смирнова, если даже они выиграют, шансов нет, потому что они участвуют только в одном этапе серии Гран-при, как и Катарина Гербольд. Так что боюсь, что никто из участников этого турнира, кроме Такахаси и Трана, практически не имеет шансов попасть в финал. Но посмотрим. Катание Татьяны Новик и Михаила Кузнецова проходит под музыку Леонарда Бернстайна. Вестсайдская история. Thank you.
Татьяна Новик и Михаил Кузнецов. Из Москвы. Татьяна Новик, Михаил Кузнецов, Россия. Вот не просто далась им эта произвольная программа, и они как-то выглядят изможденными по окончании этого катания. Ну хорошо, поработали. В любом случае. Начинает они свою произвольную программу с довольно-таки невысокой подкрутки. Двойной и... Так вот, почти вертикально партнерша в этом элементе находится в воздухе. Это Ридбергер. Первый прыжок. И прыжок неудачный. Один из выбросов тоже получился неудачно. У них выброс Ридбергер и выброс Сальхов. На Ридбергере коснулась она рукой льда, к сожалению. Так, есть не то чтобы напряженность, но пока еще нет шика в исполнении программы, который наверняка должен будет появиться вместе с опытом и с большим количеством международных соревнований. Прыжок чисто, но не очень красиво. Тоже практически коснулась рукой льда на выбросе сальхов. Видите, даже вот Катарина Герболь, казалось бы, совсем молодая парница, то есть выступающая в парном катании совсем недавно, полгода, вот она, когда летит на поддержке, она прямо видно, какое удовольствие она получает от этого процесса. Или, может быть, она и не получает, но, по крайней мере, она может это показать. И класс катания поэтому Герболь с ее партнером намного выше с Эфертом. Здесь пока 91 балл. Татьяна и Михаил получают.